В области продолжается строительство новой автомобильной дороги в обход села Елшанка Воскресенского района. Протяженность участка магистрали на федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград 15 километров. Кроме дороги, здесь же должны построить мост через реку Елшанка и три многоуровневые дорожные развязки. Глава региона побывал на каждом из объектов и призвал строителей ускорить темпы работ. Крайний срок сдачи – сентябрь текущего года. По его мнению, этого объекта ждут и водители, и жители села Елшанка. А трасса важна не только для региона, но и для всей страны. Поток увеличился, пока еще вот мы его достраиваем, в два раза в этом направлении. Перешел с левого берега, все, два раза увеличилось. Поэтому мы должны понимать, что это и безопасность, и ожидание людей, которые постоянно почти находятся на этой трассе федеральной, нам здесь надо в сроки нормативно укладываться. На строительство всего объекта в селе Елшанка было выделено 2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Возведение объекта началось в 2013 году.